Успешный опыт прерафаэлитов и, в частности, Миллиса, черпавших сюжеты для картин в английской литературе, благотворно сказался на творчестве Хьюза. В 1854 году он закончил картину «Бенедикт в беседке», посвященную эпизоду из комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Исследователи отмечают близость творения Хьюза к картине Миллиса «Ариэль обманывает Фердинанда». В самом деле, если у Миллиса фигура Фердинанда склонена в сторону, чтобы прислушаться к тому, что ему скажет дух Ариэль, то у Хьюза Бенедикт, для которого позировал друг художника Александр Монро, прислушивается к тому, что говорят за пределами беседки Дон Педро, Клаудио и Леонардо. Наклоненная фигура жена-ненавистника Бенедикта и вытянутый крючком палец выдают хитрого интригана, что, видимо, и пытался передать художник. Подобный прием не случайен. Прерафаэлиты обращали особое внимание на позу и жесты героев картин, а Хьюз, внимательно изучавший их творчество, не мог не подражать им.